Добрый день. Сегодня хочу вам рассказать о вот таких вот колонках Logitech. Они у меня стоят уже больше года. Вот они так вот смотрятся в интерфейсе. Так сказать, в интерьере, точнее говоря. Значит, что у них есть, какие интересные нюансы. Вот здесь вот эта ткань. Вот я нажимаю, она немножко так деформируется. А здесь есть регулятор включения и громкости, соответственно. Под ним надпись Vol, то бишь Volume, и фирменный логотип Logitech или Logitech, кому как удобно. Значит, здесь, что мне нравится, что вот здесь вот это MDF. Вот шумят сейчас не колонки, а рядом стоящий ноутбук. Значит, они подключаются к розетке. Вот у них такой вот кабель, стандартный разъем. И, соответственно, вот сюда можно их втыкать. То есть здесь по длине абсолютно стандартная длина. Теперь давайте посмотрим с задней стороны, как они выглядят, данные колоночки. Значит, что у нас здесь есть? Надпись Logitech Speaker System Z240. Значит, соответственно, естественно, они 220 вольт, 50 Гц, и потребляют 120, ток выдают 120 миллиампер. Вот, естественно, все это сделано в Китае. Это правая колоночка, о чем свидетельствует буковка R. Значит, здесь я еще рекомендую дополнительно приобрести вот такие вот ферромагнитные фильтры, которые уменьшат несколько шумы. Значит, они, вот эти вот кабели, они не отсоединяются на данной модели. Здесь есть вот такая дырочка, которая служит для того, чтобы улучшить звук. Обратите внимание, здесь вот как бы круг не полностью круглый, а такой вот скошенный. Итак, давайте попытаемся включить колонки. И главным их недостатком является то, что они при включении они выдают несколько такой характерный шум. Давайте ноутбук пока закроем, чтобы он не шумел. И подключим колонки. Вот тут вот достаточно такой длинный кабель. Вот, и мы его включаем. И они издают такой звук. Слышите? Вот, давайте сейчас поближе. Вот. Слушайте. То есть щелчок сам выключателя идет и характерный звук. Вот. Теперь качество звучания. Давайте оценим его. Значит, здесь есть удобный разъем для подключения к любому устройству. Здесь ведь тоже я поставил этот ферромагнитный фильтр. И давайте послушаем какое-нибудь видео. Запустим. Вот. Соответственно, можно поставить колонки вот в достаточно большом таком удалении. Слева, справа. То есть у меня, видимо, неправильно в порядке стоят динамики. И запустим любое там басы, да? Давайте посмотрим, как он воспроизводит басы данной колонки. Супер бас. Trick, 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 trick